Добрый день, меня зовут Звягинцева Светлана, я являюсь главным врачом клиники ЭСМЕД, и сегодня я вас познакомлю с нашей клиникой. Давайте пройдем. Первый кабинет – процедурный. Прием ведут такие специалисты, как врач-косметолог, дерматолог, трихолог и лазеролог. И я, как главный врач, рада буду видеть вас на приеме. Второй кабинет – консультативный, где ведут прием ведущие специалисты нашей клиники. Прием ведут такие специалисты, как врач-терапевт, превентолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и кардиолог. Третий кабинет у нас консультативный. Прием ведут такие врачи, как нутрициолог, ароматерапевт, физиотерапевт и врач-микроэлементолог. А еще на консультации терапевта и кардиолога можно сделать ЭКГ. Это наш четвертый кабинет, процедурный, в котором у нас проходит инфузионная терапия, наши прекрасные капельницы, а также забор крови и все анализы.